кому-то, может быть, и моя методика не подходит. Я по стилю сам диктатор. Я не понимаю, когда 15-16 лет возражает 55 лет ему, заслуженному тренеру, а может, это лучше? Вы можете представить такое? Я говорю, покажите ему дверь на выход. Сюда приходят люди за советом, и как сделать? Если я дал вам совет и указал на какие-то ошибки, исправил и сказал, тебе нужно вот так, он должен этого делать. А когда он вырастет, лет через 15 мы с ним сядем над его предложением, которое он мне предлагал. Подумаем, если, конечно, мы живы будем. А так, придя в зал, юноша, сборник даже страны не имеет права говорить и возражать мне. Если я дал задание, значит, он должен его выполнять, а потом мы в практике посмотрим, был ли он прав или я.